самое первое видео мистером МФПшника, МФП просто, 63К. Скобка закрывается, сердечко. А видео называется «Совете для рыбаков». Что я могу сказать по Аве? Понятно, что это удочка. А что по это? Здесь есть две ошибки или сколько? Совети. Не совети, а советы. Для рыбаков. Не для рыбаков, а для рыбаков. Ладно, давайте будем продолжать. Ну, не продолжать, а начать. Всем привет! Сегодня я буду привет. Показывать, как хорошо ловить хищника с арсеналом, таким, как у меня. Арсенал. По крайней мере, у меня такой не сильно мощный. Вот. Первое, что я хотел показать, это такое. Не, спиннинг такой. Катушка такая, мононить. Мононить. Из силикона вот такой. Поводок 30 сантиметров, коричневый, такой вот радиоактивный свинец. Да, это очень опасный. Я советую без родителей им заниматься, но я хороший рыбак, и для меня это безопасно. Я знаю, как ним пользоваться. И, он. Кстати, для засылу. Так. Ну, примерно что-то... Я тебе скажу, как набрать большую популярность. Не надо выставлять свои рисунки. Ну, ты можешь выставлять свои рисунки, не только не такие, которые флаг Украины, флаг России, флаг еще кого-то. Не надо такие выставлять, потому что вот есть такие люди, которые отписываются на человека за то, что он не за того, за какого ты. И он из-за этого может обидеться и отписаться от вас. Да и лучше вообще не показывать национальности в Ютубе. Не писать там «я за Украину», «я за Россию». Не надо такого делать. Пожалуйста. Да, вот так вот. Здесь не надо так писать, окей. И за такое, кстати, могут посадить на 15 суток. Сутки это дни. Ну, примерно что-то типа такого. Что-то типа такого. Как же это понятно? Что-то типа такого. Такого. Что-то типа такого. Все, вот такое. Очень понятно. Это не ларва, это бабка. Бабка. Первая серия уже полная фигня получается. Ладно? Не фигня, а топ. И вот для голавля вот такой советую. И ладно, всем удачи, всем пока. Пока. И вам, ребят, подписывайтесь на этот канал и подписывайтесь на мой канал. Там все лайки на все наши видео. А кому понравилось, ой, я это говорю. Ну, то есть, короче, поняли. А всем пока. Пока. Пока!